Всем доброе утро. Вышли мы с Ромкой. Идем в школу. Да, следы стоят. Идем в школу. Смотрите, у нас как снежок все падает. Все беленько. Видите как? Да. Откуда эти следы? Где-то. Да, стоп. Наверх. Беленько все, да? Беленько? Да. Все, отвела ромашку. Смотрите, как у нас на балконе. Снежок. Ой, дети идут. Все счастливые, довольные такие. Смотрите, как классно. Все белые. Я сама как ребенок. Снег даже хрустит. Он до сих пор еще идет, он снег. Красота. Я уже почистила крыльцо у нас тут на входе. Чтоб никто не упал. Плитку, в общем, подмела все. Солью не стала сыпать. Вроде как там чистенько, но у меня еще и ключа не было от сарайчика, чтобы соль посыпать, взять соль. Поэтому он у Саши ключит. Поэтому не сыпала, просто подмела. Вот так. Ну, классно, радует. Детки все идут, маленькие, большие, такие счастливые. Эти снежки там лепят что-то по дороге. Птицы, куда собрались? Куда собрались? На работу? Птички. Все, пойду готовить себе завтрак. И будить сына старшего. У него двух уроков нет, первых опять. Пойду будить. Позавтракала. Сейчас уже себя немножко в порядок привела. Но что-то у меня лицо такое опухшее. Видимо, воды вчера много пила. Хочу сделать... Уже вот сидела, я не знаю, я вам не рассказывала, по-моему, дня два назад я поменяла все защитные стекла на телефонах у себя. На телефоне поменяла, потом Ромки на планшете поменяла, на телефоне у Саши там поменяла. И на часах у меня была такая, как пленочка тоже. И в общем, я ее сорвала, выкинула. Она у меня где-то полгода была, я ее в Экшене покупала. А потом мне пришли вот такие, помните, я в Тему заказывала вот такую вот штучку. Я, в общем, ту пленку, которая была с Экшена, я ее выкинула. Наклеила вот такую вот. Вернее, та была как, даже не как пленка, она была как защита прям такая. А вот это именно пленка. И я ее наклеила, походила дня два, она у меня начала вот тут сбоку задираться, вся, в общем, пыль попадать туда. И я ее, в общем, сорвала и выкинула вчера вечером. Сейчас хочу сделать еще раз, думаю, сделаю, попробую по-быстренькому. Будет держаться, будет, не будет, значит, не будет. Сейчас я выключу часики, чтобы они не давали. Не включались, чтобы не мешали мне. Вот так вот. Так что наклею по-быстренькому. И у меня еще есть кое-какие планы, кое-куда я собралась. Поедем с вами, съездим в Коблинз. Сейчас посмотрим, как ее тут, чего. Вот так. Убираем. Ложим. Так. Тут у меня есть еще вот такая штучка. Теперь это убираем. Вот так проводим. Воздух изгоняем. Не думаю, что она надолго тоже ее хватит. Хотя, может, ту я как-то неправильно первую прицепила. Посмотрим сейчас. И хочу съездить, в общем, в Коблинз. В Экшен мне надо. Я уже давно собиралась кое-что там купить. Ну и заодно я, наверное, куплю еще раз
Она там не сильно дорогая была, вот эта защита для часов. Она очень хорошо защищает, если даже ты ударишь, то и царапин столько на этой защите было, и всего, в общем. Поэтому я ее на всякий случай возьму, а там посмотрю, если будет держаться эта пленочка, будет, нет, значит, я ее сдеру опять и приклею эту. Так, все. Это убрали, вот так вот они получились. Конечно, она выглядит, вот эта вот пленочка, которую сейчас я наклеила, она выглядит намного лучше и удобней. И реагирует она лучше намного с этой пленкой, чем с той как не реагирует. Ну, когда я вот, например, код задаю, да, в часах, что именно, когда только их одеваю, то мне нужно приложить кое-какие усилия, чтобы задать. А так потом она все реагирует нормально. Ну вот они у меня, видите, часики. Все вот так вот получились. Так что пока что на сегодня точно хватит. А там посмотрим. Ну, я, как сказала, вот в Action хочу заехать, кое-что там подкупить, ну и посмотреть заодно. Я уже давно там не была. Посмотреть, что там, может, новенького есть. Вас возьму с собой. И там неподалеку есть еще турецкий магазин. Я хочу заехать. Ну, там прям близко, да, оно все вместе. Хочу взять огурчиков, потому что что-то огурцы все такие. Вот в русском брала эти Бауэр, Гуркен, вот эти. Они мне вообще не понравились внутри, невкусные. Как-то я до этого брала, я думала, может быть, мне просто попались такие, не очень понравились. И сейчас вот, когда я работала, и тоже мне, в общем, они не очень как-то понравились. А, да, кстати, мне постоянно спрашивают, ну, видимо, люди, которые меня не постоянно смотрят, да, зрители, постоянно спрашивают, как твоя работа, ты привыкла, про работу постоянно, в общем, спрашивают. В общем, рассказываю. Я, конечно, это все рассказывала, объясняла, но кто постоянно смотрит, тот в курсе, в теме, знает, как я работала и для чего я выходила на работу. Ну, а кто вот такие залетные, кто иногда вот смотрят совсем, те, конечно, не в теме. Выходила я на работу и куда выходила? Мне тоже куда, где ты работаешь, кем ты работаешь, в общем, постоянно спрашивают. Выходила я на работу до Нового года на 2 недели. Меня просили просто выйти, потому что, ну, не хватало, в общем, наплыв народу большой, не хватало рабочих рук, поэтому меня попросили выйти. Работала я как на весь день, потому что, ну, как бы за месяц нагнала, да, можно сказать, зарплатку. Ой, вернее, месяц отработала в течение 2 недель, так скажем. Работала я в Миксмаркете, на кассе. Почему я оттуда ушла? Потому что меня просили выйти всего на 2 недели. Поэтому я оттуда и ушла. 2 недели свои отработала, вернулась во свояси. Кто думает, что я ничем не занимаюсь, вот то, что вы смотрите, это моя работа. Каждодневная причем. Это мой заработок, это моя работа. Естественно, я когда-то выйду на работу, но пока что вот так вот. Пока что я зарабатываю тем, чем зарабатываю. Но дело не в том, чем я зарабатываю, как я зарабатываю. Дело в том, что, ну, сейчас я не работаю в Миксмаркете. Я отработала свои 2 недели, и все. Так, и еще меня просили рассказать про Ромкин вентилятор. Сейчас я его возьму. Вот такой вот вентиляторик. Вот такая штучка. Здесь зеркало сзади. Это на магните, да, штука. Насколько он хорош? По качеству очень хороший, да. Здесь раз, два, три. Три функции. Ну, три скорости, потом здесь тоже можно как-то вот включил, там выключил, что-то какая-то вот программка типа есть, но я не в курсе. Заряжается, мне спрашивали, от батареек или от USB, вот у него такая вот зарядка. Тут вот включатель-выключатель, что еще?
Зарядки насколько хватает? Надолго хватает. Он каждый день практически остужает еду этим вентилятором, и надолго его хватает. Ну, может, раз в месяц, может, я его заряжаю. Может быть, так как-то. Но где мы его покупали? Покупали в Эксперт Кляйн, по-моему. Около 15 евро он стоил. Ну, я думаю, он во всех этих магазинах электронных есть. Ну, и не только электронных, он, по-моему, на китайских сайтах тоже есть. Но на китайских я не знаю, насколько там батарейки и как он качественный, некачественный. Ну, вот за этот он хороший, в общем. Вот так. Все? Ну что, я пришла. Кстати, здесь салфетки подешевле, 2,49. Посмотрим, что тут есть. На этой неделе интересная. Вот актуально, да? Для замерзших окон. Побрызгали и оттаяло. Рамки вот такие большие. 3,95. Вот такие вот для файлов. Ну, какая бумага вот такая цветная. Еще какие-то пледики. 6,95. Куколки. Куколки, смотрите, самолетики для девчонок. 7,95. Такие куклы Лол. Или как они там называются? Да, Лол, наверное. 14,95 точно Лол стоит. Такая вот. Тряпки. Вот такие вот Ленор. Ой, ребеночек, что-то не купили ему. Освежители, да? Я такие еще не видела. 6,49 стоят. Ванную комнату такие, да? Омега-3, смотрите. Тоже в Ангибуте. 8,79. Вот еще разные витамины здесь. Не знаю, насколько они хороши. Хорошие, нехорошие. Но есть разные, да? Вот и цены вам. А это масочка для губ, что ли? Точно? Смотрите, пробовал кто-то? Я нет, я такое не пробовала еще. Вот что для масок есть, вот эти вот штучки. Одеваешь и делаешь масочку, да? Чтоб волос не лез. Расчески? Да, расчесочки. Ну, посмотрите, взять себе какую-нибудь. Хотя мне, в принципе, она будет валяться. Вот это вот, да, я думаю, взять полотенчика такое, потому что сейчас это актуально мне, да, я маски делаю для волос. Возьму. 1,11 она стоит. Фластыри, смотрите, какие-то есть. 89 центов. Вот тоже какие-то пластыри. Упс. Прогревающие, видимо, да? Чехольчики с этими. Так, стекла разные есть. Мне надо теперь найти для часов. Надеюсь, они их еще продают. Раньше были. Сейчас не вижу пока что. Сейчас найду, если покажу вам. Где они? Может быть, вниз переложили?
Такие зарядки есть для них, эти подставочки разные для телефонов заряжать. Видите? Телефоны, часы можно заряжать и наушники сразу. Не знаю, насколько оно подходит к айфону. Что-то я не вижу этих. Заварочники, смотрите, какие. 3,99. А сколько здесь? Чай турецкий пить. Кружечки. 2,79. Какие встретить? Две. Стоит, что прочное очень стекло. Для капучино, для чего-нибудь. Баночки разные. Вот для яиц подставочки. 79 центов. Смотрите, какие баночки красивые. Что-то складывай, да? С бамбуковыми крышками. Бамбук, если я не ошибаюсь. 2,99 вот такие баночки. Кружечки. Смотрите, какие с моськами разными. Прикольные для деток, да? 1,99 это они стоят. Да, это вот они. Их цена. Такие вот с икровью мои есть кружки. Маленькие, смотрите, какие пиалушки классные. Такие вот под что-нибудь, да? В восточном стиле такие прикольные. 99 центов. Вот есть большие такие, тоже в таком стиле разные. Большие 2,99. А вот еще больше есть чашечки такие же в таком стиле. А цена где? Цены нет. Цены нет. Это есть кружки в таком же стиле. 2,49. Очень хорошенькие, красивые. Смотрите, какие. Внутри, снаружи такие. Они прям резные. Там тоже посуда вот. А, вот это, наверное, отсюда. Вот они. 4,95. Вот она, да. Есть просто черные такие. Одноцветные. Мне очень нравится вот эта посуда. Красивая. Вот эту я возьму одну. Это я возьму под рыбку. У меня будет под рыбу она. Сейчас я выберу, которая получше. Там что-то стерто немножко. 3,99 она стоит. А здесь под пиццу, смотрите, какая. Идеально под пиццу. 2,79. Вот тоже хорошенькие, видите, такие мелкие. Они получаются 1,99. Сейчас я посмотрю по штрих-коду. Это они 738. 738, нет. Это получается вот эти, что ли? 10 на 10 сантиметров. Но именно. Да, это, скорее всего, вот эти вот. Вот. А там на них стоит. Ну-ка, еще посмотрю. Сколько на сколько они? А, да, вот стоит 10 на 10. Вот эти вот, значит, точно. 99 центов. Что еще тут красивое есть? Посуда, конечно, мне нравится это. Надо как-нибудь заменить себе, наверное, тоже. Такие тарелочки красивые. Вот, смотрите, не успел закончиться у нас Рождество. Уже пасочки готовятся. Видите, декорация для Пасхи. Такие вот лежат на стол. Симпатичные. Разные подстилочки. Всякие салфеточки для стола. Подносики. Вот здесь, смотрите, какие зайцы симпатичные. 3,99. Пушистые. Декорация, да?
такие штучки тоже. Вот классные. Они, смотрите, светятся. Прикольно. А, вот он светится как раз. Что-то можно в подъезд взять такой, да, поставить? Интересно. О, смотрите. 3,99 яйца вот эти. Целая упаковка. 15 штук. С Микки Маусом, Спайдерменом. Ушки разные. Травка. Ладно, все, идем дальше. А вот, смотрите, классные тоже. Это, по-моему, новенькое что-то. Из бамбука вот такие вот боксы. 2,49. Классные. Мне очень нравится. Ну, для чая, для чего-то такого можно. Смотрите, раскололся. Где я вижу, раскололся. Теперь я стол свой вспоминаю сразу. Ой, да. Тоже классные, смотрите, чашечки. Тоже из бамбука, да? Такие. Прикольные. Внутри они, смотрите, вон разукрашенные все. Это 4,95, это 3,95. 3,49. 95 уже. Все, идем дальше. Здесь мне ничего такого вроде как не нужно. А вот, мне нужны пакеты сейчас будут тут. С этой стороны нужно будет взять всякие разные. Я вот здесь беру биопакеты, вот эти для мусора. Где-то говорят, что их отменили, что нельзя даже в них выкидывать биомусор. Ну, у нас пока что как бы молча, да, молчат. Поэтому что я их беру. Здесь они выходят подешевле, и они мне нравятся. Вот эти 20 литров на 10, по 10 штук, 95 центов они стоят. Я их здесь беру всегда. И один взять побольше. Что, потому что иногда бывает, что нужны такие побольше пакетики. Это 60 литров. Эти сколько? 5 литров. Вот такие, ладно, 60. Потом мне нужно еще бак папир. Вот эту для выпечки бумагу. 1,29 она стоит здесь. Это что? Это тоже бак ролли. А, ну это она вот такая вот целиком идет, прям не разрезанная, целую надо самим резать. Потом нужно мне еще вот эту вот фриш-фолию целлофановую. 89 центов возьму. Ну я эти именно, что бумагу для выпечки и как он, целлофан вот этот, я не знаю, как он по-русски называется. Я не обязательно здесь беру, да, просто если попало, то уже возьму. Так, и нужно такие простые мусорные мешки посмотреть, какие тут есть. 20 литров, а это 20 штук по 35 литров, тоже можно взять. 1,86 возьму вот такие. А эти 30 литров. Какие-то я брала до этого, они просто плохо подходят нам, именно узкие. Надо будет посмотреть, подобрать правильные. Ладно, пошли дальше. Вот, смотрите, здесь силиконовые коврики продаются для выпечки. Силиконовые формочки в виде сердечка, да? Я не пойму, или их согнули так просто. Сердечко, по-моему. Вот такие вот силиконовые лопатки, кисточки, вот это все есть. Вот для маффинов тоже силиконовая. Вот эта вот штука для профилактики очень хорошая, кстати, на кухне, если плохо вода уходит, ну или вообще везде где-то плохо уходит. 3,19 она стоит, хорошая штучка. На ночь наливаешь одну, там вторую. Там, ну, в общем, по инструкции. Очень хорошо помогает. Вот эти вот возьму тоже. Такие еще не брала. Обычно беру вот эти бреф. Как бы, я не знаю. Взять одну такую. Вот они есть одна. 1,28 стоит. Три штуки, 3,39. И есть вот такие вот. От какой-то фирмы. Актив какой-то. Бляу повар. Они вот стоят 2,39. Три штуки.
какие-нибудь сейчас выбрать. Есть разница, скажите мне, девчонки, кто пользуется? Ну, вот эти я знаю, что хорошие. Ну, как бы... Ну, ладно, возьму такие, как обычно. Я недавно брала в Дэйме, они у меня еще есть, но так про запас возьму. Что тут еще есть? Вот эту пасту. Пасту как-то брала тоже. Ну, не скажу, что я в восторге. Так пойдет, если с собой куда-то взять, вот мыть что-то. Так, пойдет. Может быть, я просто не до конца поняла ее смысл. Ну, носки я ей стирала. Что только не стирала белые. Белые вещи. Обувь чистила. Вручную вот что делала. Так, что здесь мне нужно? Здесь мне нужно. Да вроде ничего. Вот эти тоже штучки классные. Здесь они подешевле, чем в Дэйме и везде, да? Отмывать, которые моют без всякой химии. Просто их моют. Ими моешь. Хорошие штучки. Хорошо отмывают. Но у меня они и есть еще, как сказал. Вот, можно губки взять тоже. Губки заканчиваются. 89 центов. Что здесь еще? Мне нужно здесь еще взять. Еще взять. Сейчас найду, покажу, если есть. А, вот они. 4,49, 20 штук вот этих салфеток. Ой, вот они. Сейчас достану. Вот они, видите? Салфетки вот эти. Я не помню, почем я говорила в ДМ. Кто внимательный, кто помнит, кто недавно брал, подскажите. По-моему, такая же цена была. 4,49, 20 штук. Вот для этой... Нет, не для этой швабры. Или для этой. Да, для этой швабры. Вот. Салфетки есть. Вот сухие такие салфеточки. Они пыль притягивают. И есть мокрые. Мокрые, кстати, вон последняя осталась. Вот это что, что за штука? Ну-ка, для чего? Для Vetsaft оригинал. Ну, это какое-то моющее, да, средство. 4,45 стоит. Я такое еще не пробовала. А вот швабра для нее тоже, да? Пшикаешь ей и протираешь. Еще и на батарейках, смотрите. Ну, такое еще я не пробовала. Пока что не хочу. Так, пойдем дальше. Между рядами посмотрим. Зеркала, как полочки сделаны. Тоже 4,49. Вот такие. Тоже прикольно. Такие большие, смотрите. Праздничная тема. Вот столы вот эти. Продаются даже. 30 евро стоит. 29,95. Натягивать на них эти тоже штучки. Есть шары разные. Надувалки. Держалки. Вот смотрите, такая даже есть арка. Вот показано, как ее делать. Прикольно. И вот есть даже здесь гелиум. Гелий в баллонах. 22,95 стоит. Что тут еще есть? Разные светящиеся штучки, стаканчики для детей. В общем, все для праздника. Есть, смотрите, разукрашивать рожицы. Слушайте, у меня есть грим. А вот таких вот карандашков. А тут и грим, и карандашики. Я возьму, наверное, ромашки. Может, пригодится разукрасить. Сейчас же у нас будет карнавал еще. Вот спрей для этого, для волос. Смотрите, разных цветов есть. 1,59 стоит. Можно тоже взять. Прикольный. Зеленый есть. Деткам. Серый есть. Я помню, когда-то в школе у нас была мода серый и золотой вот такой лак. И мы делали все как прятки такие, пшикали. Как-то одно время очень модно было. Есть такие хлопушки, есть тоже вот конфетюшки разные.
здесь турки. Усы вон разные, очки, борода продается. Вот костюм я Ромке еще и не купила никак. Вот смотрите, есть вот эта вот новомодная игра. Шарики закидывать в стаканчики. 3,49. Сейчас вот в интернете везде в нее играют на праздниках. Интересная штука. Вот такая вот лампа у Давида есть. Как-то давным-давно он себе покупал, ему нравилось. Вот эти тоже фонарики классные. Подсветка можно куда-то, но видите, она разноцветная. Можно просто простые, как бы, с пультиком. Где-то подсветки, если не хватает, можно прилепить. Вот есть, смотрите, костюмы. Костюм динозавра. 110-116. Вот разные есть они. Я не знаю, какой нужен Ромке. Потому что сказали, что там какая-то тематика у них в школе. Я первый раз такое слышу, что тематика какая-то, ну, для всей школы была. Хотя, ну, как бы логично, да? Но я хотела заказать, но потом мне сказали, подожди. Но, по идее, должны были они же сообщить нам, да, если какая-то тематика. А ничего не сообщили. Надо будет узнать точно. И не проморгать. Купить Ромке костюм, успеть. Смотрите, какой-то есть тоже. Порошки разные. Ваниш. Ваниш я полы... Ой, полы. Фалас обычно чищу. Но не таким я спреем делаю. Ваниш хорошая, конечно, штука. Ома, смотрите, в капсулах. Это что такое? Типа этого какого? Мыло хозяйственного или что? Так выглядит... Прикольно. По 10 евро. 42 капсулы. Ома, вот тоже просто порошок. 19,42. Коврики, да? Это, по-моему, тоже новенькое. Вот это вот. Для плоек ложить, чтобы силиконовые, чтобы не обжечь. Хотя они и так сделаны вроде как безопасно. Так, расчески мне вот надо. Простые. Простые расчесочки. Что-то новенькое, краска для бровей, да? Или раньше была, не помню, я не видела раньше. 1,59 стоит. Обычно я хной крашу. Ну, попробую возьму. Тут разных цветов, видите, есть темная, потом такая вот посветлей, еще какая-то средняя, такая коричневенький, да, цвет такой. Посмотрим. Возьму, попробую. Эти вот тоже, смотрите, для ватных палочек, для ушных палочек, вернее. Возьму такая штучка, 1,49 стоит. У меня просто круглая была и раскололась крышка. Но я возьму вот такую, попробуем, как она будет подходить. Хорошая, нехорошая, попробуем. Вот эти вот тоже штучки, смотрите, бамбуковые. Тут все можно вставить, да, все эти поставить. Тоже прикольная штука. Здесь посмотреть такую, знаете, шапочку из пластика или какого-то такого, чтобы когда маску сделаешь, чтобы не целлофан ничего не надевать на голову, а именно вот такую вот шапочку одел, и все, не надо мучиться. У меня как бы есть одна там с маской, которая, можно ее помыть, в принципе, да, и оставить. Я думала, тут многоразовая есть такая просто шапка. Но пока что не вижу ничего такого похожего. Вот это вот что такое? Ах, ну это на глаза вот такие. Это силиконовые. Вот что-то новенькое, смотрите. Ну это, я так понимаю, волосы, шерсть от животных убирать. Что-то новенькое, да? Мне это не нужно. Что еще? Ну что, покажу, что купила. Вот она, вся закупочка. Купила вот эту тарелку, я вам показывала. Потом вот эти мелкие взяла, 4 штучки. Потом вот такие вот яйца какие-то
сладкие. Потом вот эти я вам тоже показала. Полотенчика вот это тоже я вам показала там. Расчески 49 центов. Вот такая вот, какие-то чипсы мясные. Первый раз увидела. 1,59 или что-то такое. 1 с копейками, в общем, стоил. Взяла попробовать. Давид у меня обычно такое любит. Вот это вот я вам тоже показывала. Взяла грим какой-то. Это тоже вам все показывала. Взяла баунти. Саша у меня фанат баунти. Потом вот такие печеньки. Биф я вам тоже показывала. Бриф. А, бреф. Биф, говорю, бриф. В общем, все перепутала на свете. Бреф вот эти тоже показывала. Вот такие взяла. Потом вот такие мешки мусорные. Вот это я вам показывала. Салфетки для полов тоже показывала. Мусорные мешки. 2,59 стоил, по-моему. Ферри, сейчас скажу точно. Ферри, да, 2,59. Мусорные мешки показала. Салфетки, ой, эти тоже показала. Это женские штучки. Потом вот такой лак для волос или спрей для волос, как он там, в общем, красит, который волосы. Потом мешки для мусора. И вот эту вот тоже я взяла попробовать. Все, что я взяла. Заплатила за все это я 48,95. Все, сейчас все складываем. Уже снег практически растаял, но он начал лететь потихонечку. Не знаю, будет он у нас лежать или нет, вряд ли. Сейчас все сложу быстренько и поедем с вами вот, ну вот, через один ангар вот этот вот туда заедем. И там у нас есть турецкий магазин. Там посмотрю фрукты, овощи. Хочу огурчиков, как говорила. Хочу огурчиков хороших взять, вкусненьких. Посмотрим, что там есть. По-быстренькому пробежимся и домой обед готовить. Я еще не знаю, что я буду готовить. Вообще в мыслях даже нет. Может, что-нибудь подкуплю сейчас быстренько, чтобы приготовить. Все, увидимся чуть я позже. Я сейчас посмотрела, сколько я вам там наснимала. В общем, получилось очень много. Поэтому я на сегодня с вами попрощаюсь. Продолжение вы увидите завтра в следующем видео. Желаю всем удачи, не болейте, самое главное. И до завтра. Всем пока.